Всем привет, с вами Исхан и игра Shadow of the Tomb Raider. Давненько я не выкладывал видео, но работа, все дела, был занят. В общем, сейчас у нас так-то по идее нам нужно по сюжету, если поговорить, надо с Эсли где-то в этом районе. И тогда у нас будет уже, как я понимаю, близится финал. Но прежде чем продолжить сюжет, я хочу сначала выполнить все вот эти задания дополнительные. Исследовать все вот эти вот локации, забрать все артефакты, документы, тайники и все прочее. И потом только уже браться за продолжение сюжета, за окончание его. Да. Но это будет потом. Сейчас давайте возьмемся, вот, например, сначала начнем вот с этого задания. Не знаю, что это за задание, вон там челик стоит. Узнаем, что он нам хочет сказать. Хакан? Ты кто? Я волк в овечьей шкуре, помнишь? Жрица! Я и не узнал тебя без костюма. Что ж, рад тебя видеть. И я тебя. Как Каяра? Все еще не сирота, благодаря тебе. Если я правильно помню, мы вместе выбирались из тюрьмы. Так как дела? Я изо всех сил стараюсь не упустить свой второй шанс, но, похоже, ничего не выйдет. Опять ляпался что-то. Что случилось? Арон, один из местных жителей, работает в казармах верхнего города. Я попросил его кое-что выяснить, но он до сих пор не вернулся. И ты за него волнуешься? Не я, сестра вечно за него переживает. Но она права. Если из-за меня Арон в опасности, и хозяйка этого паршивого приюта об этом узнает, нас с Каярой мигом вышвырнут. Я могу поискать Арона. Если он в беде, может быть, я смогу помочь? Ты в этом деле мастер, надо признать. У тебя еще остался наряд жрицы? Честно говоря, да. Хорошо. Арон работает в казармах верхнего города. В этом наряде ты легко попадешь внутрь. Ну и проблема, мужик. Стоило из тюрьмы спасать приходится, то, блин, он кого-то отправит, блин, в неприятности какие-то. Так, куда мне надо, там, идея? Сюда мне надо. Ага, так, мне надо надеть наряд. Давай наденем наряд. Наряд жрица. Блин, как он... Так, стоп, куда? Вот сюда, и сюда, и наряд. А где он у нас, наряд? Вот он, Стража Змея, так что ли? Да, это не наряд жрицы, нифига. Ну ладно, в любом случае, наверное, подойдет. Давайте сходим. Другого наряда все равно я не знаю. Так, мы правильно проверяем движемся. Так, 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 сюда, сюда, сюда. Так, ну давай попробуем сходить. Ты что не хочешь сказать? Ишика, на твоей родине дети уважают старших? Это часть взросления, раздвигать границы. Они в опасности? Нет, стражи им грозятся. Но в детстве ведь они и сами бросались ко мне. Да, это уже похоже что. Пойдем. Надо выполнить задание. Ну, оно, видимо, будет долгим, да? Они не заставят меня просить. Чего просить? Чего просить? Тебя заставляют. Столько наших людей в плену. Их надо освободить. Не то их принесут в жертву. Убьют. Да, вот сюда. Интересно, меня пропустят? Должны, по идее. Будь осторожна, Ахау. Мы подавили мятеж, но мятежники еще остались. Ты в опасности. Я уверена, что справлюсь с любым мятежником. Так, я вот туда. А тут бегать нельзя. Понятно. А, что такое? Ой, чуть было не было. Так, ладно. Это вообще не туда, куда мне надо, но раз мы зашли, надо тогда это
артефакты взять. Связка стеблей камыша и камень, которые использовались в качестве календаря. Вы подвинуться не можете, а? Чудить. Видите, тут, блин, человек идет. О, жрица! Наши бравые воины одержали сегодня победу во имя Кукулькана. Наверное, они заслуживают благословения. Да, конечно. Прекрасно. Это такая честь. Сюда. Чё, так просто, что ли? А она знает, как благословлять? Все просто. Так. Двинулись. И чего это она делает? А, с сейчас будем убивать, да? С пистолета. Да, понятно. Сейчас будем красться. Стелсы, короче, работать. Убивать их, значит, надо, да? А хорошая ли эта идея? Так, погоди. Я, наверное, слишком палевный. О, зря я это сделал. Да, зря я это сделал, надо было его подкасться. Ну, ловушку мы сделали. Плохая идея была. Ловушка. Есть ничего. Двое опять. Так, сейчас трое даже. Да, раз. Что, ждать, когда они разойдутся? Или так их убить всех? Ну, плохая идея. Нападать на них. Хотя пофиг, может повоевать, нафиг мне этот стелс нужен вообще. Там вот один вот тут, его можно убить. Окей, тогда сейчас сделаем. Сначала его убьем. Получится ли? Что, не заметили, что ли? Короче, нафиг пизду. Не получился у меня остался. Ну и ладно. Ну и фиг на его на этот стелс. Так, стоп, а я ведь мог, походу, получается, как-то по-другому пройти, да? А, нет, не мог, я все равно должен был пройти. Ну ладно.
И что, они здесь тоже всегда лазили вот так вот по этим на карачках? Ха-ха. Тоже сбегает. Где есть Аарон? Аарон? Не бойся, я... Ну да. Понятно. В таком наряде будет он не бояться. Ты это хотел заполучить? Что значат эти символы? Похоже на шифр или... Опа. Пофиг, никакого стелса нахуй. Иди. Ну ты нахуй, иди. Че, все? Пизду этот стелс. А, здесь опять никакого прохода нету. А, нет, ну там что-то есть. Место-то мне куда надо? Мне надо назад, походу, идти. Мы сейчас тут осмотримся получше. Вот ничего. Это все темница, походу. Сюда мы никак не пройдем, ладно, окей. Идем назад. Ладно, тогда выбираемся отсюда, только как? Как мы должны отсюда выбраться? А. Стоп, не понял. Как, да? Ранение было, значит здесь сейчас что-то будет. Ага. Ну ладно, хуй на вас. Ну, ладно. Че это ты кинул что ли? Видишь ты? Ну да, иди. Блин, при чем здесь лук-то? А, у меня патроны закончились. Ну нормально. Хреново. А закрыть за собой никак? Идемте дальше. Как бы он на нас еще и не напал, этот дружок-то. А то он, не разобравшись-то ни хрена, может и напасть. Сейчас она может напасть. А, нет, сейчас мы убираем оружие. Значит, все. Войнушка закончилась. Значит, просто сейчас возвращаемся к заказчику.
Так, ну туда она будет потом. Ну не будем отвлекаться, потом я все отдельно вне видео пройду, все это зачищу. Так. Как мне сюда выйти? Туда нам будет тоже потом пройти. Что значит, ты не взял ее? Погоди, сейчас мы снимем костюмчик. Блин, надо было дослушать, что они говорят. Ты тоже выбралась. Отлично. Арон, эта девушка спасла меня из тюрьмы. Очень приятно. Кстати говоря, стыдно сказать, но я так не спросил твое имя. Лара. Что ж, Лара, как видишь, Арон жив-здоров. Похоже, я зря послал тебя на это задание. Прости меня. Может быть, и не зря. Это о чем-нибудь тебе говорит? Откуда? Я видела, как Аарон расправился со стражем. Жрица, это ты? Да. Ты правильно сделал, что убежал, Аарон. Если бы тебя схватили, не видать нам записки. Эти символы мне не знакомы. Это тайный язык. Амару использует его для общения со своими людьми. Вроде как речь здесь идет о... Мы считаем, что речь об укрытии Высшего Совета. Только члены секты знают. Теперь нам этот совет искать. А ты его знаешь? Моя сестра Аци, она... Можно я скажу? Я был женат на ней. Когда-то она была приверженцем Амару. Она и научила меня их секретному языку. Ты смог переубедить ее? Никто не мог переубедить Аци, кроме самой Аци. У нее был сильный характер. Я очень ее любил. Итак, тут сказано, куда нам идти? Нам? Ну ладно. Ты знаешь заброшенную деревню на окраине города? Да, смогу найти. Хорошо, встретимся там. Что он как-то очень странно ведет себя, ну да ладно. Не наше это дело. Арон, если не придем через час, приведи всех, кого сможешь. Договорились? Да. Так, да мне. Кто? Сказ. А, вот куда. Тут, блин. Так, там можно перейти в лагерь. Через лагерь можно туда попасть. Так, что у нас по навыкам? Одну очку. Ну, это фигня. Мне надо 3 очка, чтобы хоть что-то приобрести. Так. Вот тут сюда надо. Чего, кого? Блин, я думал, зависло. Именно куда он двигается? Куда-то. Вон туда. Нет, все. Погрызюки, блядь, ну нормально.
Опять грязь. Да сколько можно это грязи? Она бесит. О, тут и лагерь мы нашли. Какой тут лагерь есть. Нет места. Ничего не могу взять. Что это за место? Вот нам, наверное, туда. Это дневник. Вчера пришлось убить последнего мула. Он сломал ногу. Ужасная жалость. Но, кажется, я нашел то, что искал. Нашел брошенную деревню, которая просто должна быть тем самым Зет. О, как жаль, что отец не дожил до этого дня. Сегодня заночую здесь, а завтра приступлю к тщательному осмотру. Весь мир узнает, что один из Фоссетов нашел затерянный город. Да, интересно так. Но это, на этом мне отвлекаться нельзя, потому что иначе видео слишком сильно затянется. На охоту тоже не отвлекаемся. Пролазь давай, а кого-то завис. Как лук на высоте. Вон он. Если ты еще и погибнет, блин, это вообще не весело. И чё? Как раз увидишь, как умрет твой друг. Стой. Чем дело? Может, есть другой путь? Лара, верно? Говори. Предлагаю сделку. Сделай кое-что для нас, и твой друг будет жить. Так просто? Зачем? Ты меня впечатлила. И не меня одного. В Пайтите у тебя уже серьезная репутация. Лара, не надо. Не отдавай его им. Что вам нужно? Богоубийца, разумеется. Разве не за этим вы здесь? Не слушай его. Амару сам объявил об этом испытании. Кто получит богоубийцу, сможет бросить ему вызов. Интересно. Твой друг скрыл, зачем он охотится? Любопытно. Но это не мое дело. Здесь начинается твое испытание. Добудь богоубийцу, принеси мне, и твой друг будет жить. Да или нет? Лара... Если на нем будет хоть одна царапина, вы все умрете. Прибереги свой пыл, пригодится. Типа. Ладно, и где мне этого богоубийцу искать, что это вообще такое? Пройдите гробницу испытаний, где она? Но вы даже пройти не даете мне, зараза. А где мне искать эту гробницу? Да. Где? Сучка. Куда-то туда надо двигаться, куда-туда. А, вон где. Ну-ка. Где мне искать гробницу? Там проход. Блин, ну давай попробуем, попробуем дойти до нее. Ну
пролазь, что ты так медленно? Тут любой может проскочить, уж тем более ты. Так. Посюда, да, где-то? Понятно. Так, пока. Рядышком надо достать. Так, ладно, вот она и гробница, походу, да, где-то? Здесь. Ух ты ж, сука. Ничего не могу взять. Да блин, да это не ты мне нахуй надо-то. Идите в пизду. Почему она не может... Ну правильно, лук. А с хули я с луком-то буду сейчас? Заебусь. Сейчас они меня убьют меня здесь. Я не умею с луком нахуй, против животных. Ну, меня сейчас просто убьют. Блин, кто же знал-то? Ну ладно. Ладно, сейчас будем тогда пытаться с луком с ними воевать. Почему нельзя взять автомат, там, не знаю, дробовик, да? Ты издеваешься ты какой-то. Так, это 4. Так, что, все? Нет места. Ничего не могу взять. Вот это сразу сделаем. У меня нет столько места. И залутать их я тоже не могу. Ну давай, блин, залутай вот эту хуйню-то, а. Ранец географа. Все круто, но мне сейчас надо будет. Войти в гробницу туда не входим. Эх, гробницы эти. Опять сейчас будут мозголомная фигня какая-нибудь, блин. Так, вот мы в гробнице. Испытание здесь нас, на нас охотится. Ну, нормально. Так. Но зато я здесь могу оружие снять. Смертный убивает бога при помощи лука. Забирает его корону и трон. Это богоубийца. Должно быть, я уже близко. Близко-то она близко. Вода кишит пираньями. Ну что же, главное не лезть. Прекрасно, прекрасно все. Блин, пираньи. Ничего, что они меня пугают? Блин, ну правильно, на эти становиться нельзя было. То есть можно было, но недолго.
Надо придумать, как открыть ворота. Ну, эти, наверное, двигать надо. Черт, вода прибывает. Надо добраться до того плота. Есть. Добрался. Успел. Ворота блокируют плот. Надо придумать, как их открыть. Ну, вот так. Крутящиеся клинки. А как же? Нельзя же просто так открыть ворота. Да. И, конечно, и как же. Надо быть осторожнее. А, надо было. Надо слезть с плота. Я там ни за что не пройду. Так, ну туда слезь. Что-то мне вот эта вот гробница уже не нравится. Ауч. Хана мне. Да не говори, едва не помер. Черт, снова узкое место. Да, опять прыгать по этим штуковинам. Давай, залазь. Вот так. Все. Прошли. Пока еще держимся, пока еще живы. Прекрасно. Слов нет. Да блять, ёпа на врот. Привет. Невероятно. Вот это ворота. Надо придумать, как их открыть. Придумать, да. Вот это просто будет сейчас. Надо как-то открыть дверь. Так, думаем. Нет, это хуйня, наверное. И... Да ёбана в рот. Ну чё такое, как мне залезть-то? Всё, хана мне. Блять. И она не залазит на эту хуйню. Подумаешь, блин, мимо прыгнул. Могла бы и залезть успеть. Ух ты. Ведущий вглубь постройки. Черт. Лот снова застрял. Сосредоточься, Лара, и решение само найдется. Так, ну ладно, здесь. Лот застрял. Здесь плот застрял. Как же открыть эти ворота? Сейчас мы что? Ага. Здесь что, можно плавать, что ли? Лот застрял. Как же открыть эти ворота? Там мы не можем. Нифига. Не попробуем. Сработало. Еще не все. А, еще не все. Отлично. Теперь плот может двигаться дальше. Да, может плот двигаться дальше, а теперь... Тут пройдет? Пройдет, так. Тут надо прыгать. Клинки. Но почему все время клинки? Бляха-муха. Блин, тут надо вот так вот проскальзывать. Надо быть осторожнее. Ага, хуй там. Да что ты нахуй будешь делать-то? Опять ворота. Должны открываться так же, как и предыдущие. Очередные ворота. Надо придумать, как их открыть. Тут никак не залезть. Вот зараза, а.
И воду нельзя нам. Так, как же мне быть? Не все. Ладно, так, так, погоди. Здесь нам нигде не пролезть, да? Так, как же я там пролезу? Очередные ворота. Надо придумать, я как туда никак не пролезу, по-моему. Ай-яй-яй! Меня еще пожирают до сих пор, я сейчас подохну. И вода, походу, прибывает. Блять. Ну все, как она. Да, здесь в воде мне находиться нельзя. Это значит, надо еще по времени успеть быстро все сделать, что ли? Ай-яй-яй, как вопрос, какой интересный. Да, так же, как и предыдущий. Только еще надо, блять, ну ты не падай, тупая дура. Блять, я не могу прицелиться. Ого. Очередные. Я не могу тут стоять. Платформы тонут. Да, не тонут. А я-то как могу туда пролезть, а? Ну залазь ты. Как я туда должен пролезть-то? Ну и как я должен туда пролезть? Тупизм нахуй полнейший. Что я должен сделать? Очередные ворота. Надо придумать, как их открыть. Я не могу придумать. Ну она сейчас опять подохнет, ебаный рот, а. Ну чё, куда я должен лезть-то? Я не понимаю вообще. Так, ладно. Бесит меня вот эти все эти гробницы в этой игре. Должны открываться так же, как и предыдущие. Угу. Да ты залезь, тут хули ты падаешь тут. Я сейчас походу в этой игре буду бомбить сильно. Ну давай попробуем теперь. Я не могу тут стоять. Ну залезь нахуй. Так. Ну блять. Даже прыгать нормально не умеет. Нет. Так, а дальше-то как? Ага. Очень плохо. Надо спешить. Ну давай. Успей. Наконец-то. Тихуею. Так, мне вот сюда надо, я так понимаю. Да? Что-то у нас? Здесь изображены воины, которые осмелились принять участие в испытании водой и огнем. А это награда. Должно быть, это богоубийство. Испытание водой и огнем. Значит, сейчас будет еще и огонь у нас. Нормально. Доступно монолит. Кикер. Пани завершена какая-то тоже. Наконец-то. Богоубийца должен быть здесь. Как же мне туда попасть? Но здесь не просто так патроны. Открыть эти ворота.
Так. Окей, мы здесь. Надо придумать, как освободить плот. Наверное, с помощью вот этой хуйни. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Ясно. И огонь. Вот вам и огонь. Здесь опасно. Надо держать ухо востро. Так. Давай, залазь. Блядь! Разве так смогу? Есть. Так, и что дальше? Вай-вай-вай! Сука! Блять! Ну, попади! Подскочил. Так, стоп. Дальше, да? Надо придумать, как освободить плот. Да опять так же самое, наверное. Так, все ближе и ближе. Так. Короче, да, вот. Не сгори. Ай-яй-яй-яй-яй, сука! Ну, сейчас сгорю. Ну, конечно. Заебись, нахуй, блядь. Да надо реакцию, нахуй, вовремя успевать все делать. Надо придумать, как освободить плот. Так, вот мы освободили. Теперь все заново. Мне эта гробница уже не нравится. Вообще конкретно так не нравится. Кто бы знал, как она мне сильно не нравится. Ну-ка. Так, здесь успели. Так. Здесь проскочили. Ух ты ж. Сука. Здесь тоже проскочили. Дальше куда? Опять сейчас то же самое, да? Ладно, окей. Ох, ухошеньки. Да, о, там еще шипы какие-то повылезали. Что-то блокирует механизм башни. Надо выяснить, что. А как я дальше так должен? А, вот. Так, что же я должен сделать-то? Чтобы, а, это вот эти шипы блокируют, да? Ну а как они блокируют? Я должен от них избавиться, да? Вверх, а я вниз наоборот плыву. Так что тут за неприятность? Погодите, мне надо сообразить, что я должен сделать. Так, стоп. Там опять эти механизмы странные, которые стреляют. По которым стрелять надо. Походу я с ними должен что-то сделать. Да, да. Ну давай.
Ну в чем дело? Почему не попадаю? Не понял. Так, стоп, я чуть не догнал. Ну-ка попробуем луком. Или я что-то неправильно понимаю? Опять очередной раз. Нет. Что я правильно сделал, по-моему? Но она не работает, механизм. Так, что же я тогда должен сделать? Залезть на них, что ли? Ну да, я должен, наверное, как-то залезть. Ну куда я попробую? Нет, сейчас она не реагирует никак. Здесь я залезть не могу. Вот тут попробуем залезть, да? Ничто мне это даст. Нет. Совсем не то. Я не понимаю, что... Кажется, я болван совсем. Так, сидим. Прыжок, ну, прыжок же. Чё, мне никакого прыжка, что ли, а чё? А, вот. Вот так. Вот так вот все вроде бы. Пока вроде бы все делаем правильно. Так, залезли. И что, все? Граница пройдена? Надеюсь, да. Божественный дар. Находите больше золота, обыскивая врагов. Прикольно. Надо узнать, из-за чего идет бой. Лук, значит. Получилось. А ты должна быть бога убить. Только нам все равно его отдать придется, этот лук. Ну вот, осталось, наверное, завершить задание как-то. Ну и в чем дело? Давайте быстрее прогружайся, когда ебал. Вернитесь к Хакану. Ну-ка, давай вернемся к Хакану. Да, оружие мы опять не можем снять. Сейчас тут эти ублюдки будут. О, их нету. А, нет, вон там они. Можно их как-то всех поубивать, а? Неохота ему лук-то отдавать. Столько трудностей прошли ради лука. С пираньями. Боевали, блин. Покусанные были. Ну, он еще покажет. Он сейчас его покалечит и убьет.
Точняк его сейчас убьют. Опять с луком только, да? А, нет. Плевать на всех сейчас, никакого стелса нахуй. Иди нахуй, чё, хуёв? Буду я сейчас по стелсу с вами воевать. Заебёшься по стелсу. Так, куда мне? Да, туда я. Блин, да отойди ты от этого. Пролитесь к мосту. Нет, сука, на. Сухай. Нет, что, мало что ли было? Я всех поубиваю нахуй. Ах ты скотина. Это вас дохуя, я походу зря. Зря так на бью пошел. А может нет. Кстати, а что у меня по патронам? 4 патрона. Придется автомат использовать. Ладно, перси. Ты что, по мне стреляешь? Хаган, давай! А? Давай, убил, рвем, рвем, давай. Сколько можно? Давайте, рубитесь. Ой, он уже помирает, Хаган, придурок. У него там дочка, он помирает. Ему нельзя помирать? Прости, придурок. Зачем ты мне солгал? Потому что я слышу правды. Какой? Что нет никакого тайного укрытия сектантов? Что ты просто хотел достать богоубийцу? Вполне, по-моему, нормальная идея. За то, что я сделал. Это я убил свою жену. Не понял. Но он вынудил меня. Она хотела нас выдать, не думая о будущем дочери. Я любил Аци, но она стала рабом секты. И ты убил ее? Освободил. И сейчас мы снова будем вместе. Далеко. А ты-то думал о дочери, а? Придурок. А Кайера? Как же твоя дочь, придурок. Хаган? Все улажено. Часка ее не бросит. Она вырастет ее сильной. И добрый. Лучше меня. Ты слышал? Я знал. Много лет я ненавидел его за это. Но сестра была больна. Она знала, что секта отравила ее, но не могла уйти от них. Мне... Мне очень жаль, Арон.
Успокойся в мире. Она ждет тебя. Какой-то, блядь, бразильский сериал, но. Спасибо, Лара, за все, что ты сделала для моей семьи. Не, я могу понять, почему ты женушку грохнул, блин. Но сам-то за подух, дочь бросил. Вдруг тебе представится шанс. Ну хотя бы, теперь у нас это радует. По змеюку бог убийца. Получил новое снаряжение. Так, снова снаряжение чешуя дракона какое-то. Задание выполнено. Две могилы. Ну что ж, получается, типа все, да? Да, все получается. Задание сердца змеи, две могилы выполнены. Почему здесь сердце змеи непонятно, правда? И теперь мне надо бы как-то так лагерь бы найти. До которого еще хрен дойдешь. Походу, вот он. Ближайший лагерь. Ну, а мы на этом и закончим. Я, конечно, сейчас в лагерь пойду, посмотрю, что там мне выдали. Хотя нет, давайте мы сейчас все-таки сплаваем. Посмотрим на наряд, который нам выдали. А потом уже и закончим. Потому что все-таки, наверное, стоит показать его наряд. И лук сменить тоже, посмотреть на его характеристики. Хотя он навряд ли будет чем-то лучше того, что у меня уже есть. У меня уже хороший лук. Ну, блядь, пролазь дальше, бесит. Задержки все эти. Ну, пошли. Так. Теперь мне нафиг не нужна, может тут не бегать. Вот он, лагерь. Ну и давайте глянем на него. Так, сначала что-то у нас здесь. Трячка, да. Трячка, ладно, потом. Так, предметы. Где этот богоубийца? Вот он. Ну и чем он же может быть лучше? Да ничем. Дополнительный урон огнем. Хотя, ну-ка давай-ка мы его возьмем. Дополнительный урон огнем может все-таки полезно будет. Кто знает. Так, наряд. Не понял, где он. Нет, не здесь, значит, да? Где-то здесь. Там что-то было про дракона сказано. То не то все. Туника лиса изгнанника. Блин, понятно. А вот чешуя дракона. Огнеотпорность и стойкость у него. Обеспечивает огнеотпорность и повышает стойкость в бою. И дает восстановление здоровья. Ускорение восстановления здоровья в перерывах между боями. Ну ладно, в принципе не так уж и плохо. Вот. Есть из чего убирать, получим достижение. Вот такой вот нарядец у нас получается, такой вот лук получили. Неплохо, в принципе, поиграли. И думаю, на этом можно и закончить. Следующее задание будем выполнять. Там еще у нас, походу, три задания каких-то есть. Ну, это уже будет в следующем видео. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания. Надеюсь, вам было интересно.